temore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia, col dolore della gente come me. Из Германии, вы знаете, для меня всегда было таким волнительным составляющим этот проект «Голос». Я всегда мечтал на него попасть. Ты попал. Но представьтесь, пожалуйста. Вы имеете не сложилось. На, знаете, на прослушивание хотели попасть. Да, я вот пришел, я вот смотрел все телевизионные выпуски. Я помню, как Дмитрий Билан тоже участвовал в слепом прослушивании. Не повернулись. Они не повернулись. Нет, я счастлив. Ты счастлив? А я счастлив, потому что повернулись те люди, которых я по жизни очень сильно люблю. Спасибо вам за это, что вы сделали. Я не знаю, я пытался как-то голос менять, но... Коля, нет. Коля, тебе это уже не нужно. В самом низу, еще непонятно. Чуть повыше приподнялся и все. Ну, мы же слышим, что Коля. Ну... Да. Пытался, но не получилось. Это же замечательно. Узнаваемость голоса, ну же это прекрасно. Спасибо. Я, конечно же, как бы извиняюсь, но вы несколько раз, насколько я знаю, пытались попасть на голос, молодой человек. Я все-таки считаю, что музыка это не ваша. Понимаете? Не ваша. Да вы знаете, я тоже так считаю, но зрителя не обманешь.
всем.